Стрелявший из травмата на юношеском футбольном матче отец-болельщик защищал себя от толпы агрессивных подростков. Такую версию рассказали нам очевидцы потасовки в спорткомплексе «Изумруд». Делом занялась полиция. Все случилось на выходных. Конфликт в спортзале начался между 43-летним отцом-болельщиком команды «Старт» и 17-летним игроком команды соперников. Закончилось все массовой дракой и стрельбой, говорят очевидцы. Чтобы хоть как-то утихомирить полезших в драку физически уже крепких игроков, один из родителей пальнул из травмата. В итоге подростка задиру оцарапало рикошетом, говорят взрослые, которые разнимали драку. Так как это был спонсорский матч, на котором молодые игроки от 15 до 27 лет готовятся ко взрослой лиги, а вместе с детьми на поле выходят и спортсмены постарше и, очевидно, поэмоциональнее. По словам родителей, более взрослые соперники начали вести себя агрессивно еще в начале игры. А после матча, когда все ушли переодеваться, с кулаками пошли на возмущенного игрой болельщика, который пришел поддержать сына. Вот что рассказали нам отец одного из игроков и тренер юношеской команды «Старт». Болельщик кричит: «Судья, принимай какие-то решения, либо давай карточку желтую, либо удаляй, сколько можно ломать детей». Вот. На что команда агрессивно начала реагировать, типа: «Ты кто такой? Там закрой рот», ну и трехэтажные маты. Когда я сюда забежал, здесь было полкоманды командоровской, то есть они избивали этого болельщика. Я стоял спиной, и в какой-то момент был крик: «Стреляю!» и хлопок. И все, и отсюда все пули выбежали. Команда, я как понял, поднялась целенаправленно наверх. Я был на поле все это время, находился. Была обоюдно жесткая игра. Соперник пришел на более грубую игру. Начиная с вот это все, что там сзади, в спину, либо там специально по ногам. Вот это уже не футбол, это что-то переходит в более борцовское. Родители 14-летних игроков уверяют, когда начали разбираться в скандале, выяснили, что и раньше члены команды и соперников якобы могли вести себя неспортивно и устраивать на матчах разборки. По словам обеспокоенных отцов, часть игроков там вообще были дисквалифицированы и не могли принимать участие в нынешнем турнире. Что касается пострадавшего 17-летнего парня, его осмотрели медики, угрозы жизни нет. Кто именно был зачинщиком потасовки и почему взрослый болельщик вынужден был открыть огонь, выяснит уже полиция. Молодому человеку сейчас выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. В зависимости от этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного производства.